На конкурс дети читают стихи лабиринт.ру. Александр Юденков, 4 Г-класс, школа номер 19, город Новоалтайск. Михаил Плецковский, деньки стоят погожие. Деньки стоят погожие, на праздники похожие, а в небе солнце теплое, веселое и доброе, все реки разливаются, все почки раскрываются. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами, покинув страны южные, вернулись птицы дружные, на каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки. Пришла пора весенняя, пришла пора цветения, и значит настроение у всех людей весеннее.